Привет! Несмотря на то, что мы понемногу освобождаемся от оков локдауна и учреждения культуры возобновляют свою офлайн-работу, большинство из них и не думают заканчивать онлайн-программы. Ведь дома лучше. Сейчас расскажу. На этой неделе исполнилось 200 лет со дня рождения великого Федора Достоевского, русского писателя, классика мировой литературы. К памятной дате с 1 по 30 ноября областная научная библиотека объявляет призовую акцию «Достоевский 200». Участникам необходимо опубликовать в социальные сети интересный факт о писателе с хэштегом «Достоевский 200». Творческий подход в подаче материала приветствуется. Победитель будет объявлен 1 декабря. В субботу член Союза кинематографистов России Михаил Куперберг расскажет о шедеврах мирового кино на кинолектории в рамках проекта «Шедевры мирового кино». На лекции предлагают поговорить о советской трагикомедии «Скверный анекдот», которую поставили на Мосфильме в 1966 году по одноименному рассказу Федора Михайловича Достоевского. Трансляция кинолектория будет вестись на портале культура.рф, а также на сайте областной библиотеки и на официальных страничках в социальных сетях. Сегодня вечером областная библиотека для слепых подготовила мастер-класс по изготовлению народной куклы. Трансляция пройдет на официальной странице социальной сети. Научат делать как игровые декоративные, так и обереговые куклы. Зрителям предлагают погрузиться в прекрасную атмосферу творчества, перенестись мысленно в мир своих предков, ощутить свои корни. Театр-студия «Грань» представляет премьеру спектакля «Театр как грань города», посвященного 50-летию театра. Увидеть прямую трансляцию спектакля можно будет в пятницу вечером в паблике «Самарская область». На этом все. Берегите себя и сохраняйте отличное настроение. Помните, дома лучше. А если все же решитесь выйти в свет, не забудьте об обязательном аксессуаре. В регионе сохраняется масочный режим. Пока-пока.